Я всех приветствую, меня зовут Влад, и мы в Shadow Fight 3. Как вы видите, я очень круто приоделся, мне нравится, что я сделал с болотником. Я его сделал фиолетовым, это во-первых. Во-вторых, если оторвать двуручник от скина сета отреченного, вот этого вот скина, он классно гармонирует с этим костюмом. Вы просто посмотрите на эти фиолетовые тона. То есть у меча есть красно-желто-фиолетовый тон и желтый такой, знаешь, он на рукояти, все дела. И, в принципе, с этим вот костюмом смотрится вау просто. Я играл против фельдшеров, да, на нас напали фельдшеры. В дуэли там много очень фельдшеров нападает на людей. Вот, вышло новое оружие Нагината. Глефа. 26 предателей я схватил уже. Вот, вот она Глефа, которую нужно получить. Причем здесь Твиттер. Спасибо большое, но не сейчас. Иногда так бывает, что не туда жмешь и все. В общем, это все, включая сообщество в Твиттере. Ребята делают активности и получают какие-то крутые награды. Вот, собственно, новая Глефа, лунное лезвие. Она вторая уникальная Глефа. Есть у Сакуры Глефа, есть еще вот такая новая. Я уже открывал наборы по 10 вот этих синих монет, пока что мне Глефа оттуда не выпало. То есть абсолютно. И рубины, один раз 288 рубинов упало. А давайте сходим, словим еще одного фельдшера, пожалуй. Нам остался один, чтобы у меня было 30 попыток. Но пока что у нас вот Яджин какой-то появляется. Поищем, поохотимся на фельдшеров. Посмотрите на меня, в бою выгляжу неплохо в этом костюме и с мечом. Вот, вот так вот выглядит товарищ. Окей. Так, я без металлочки залетел сюда, но тем не менее. Кстати, пока размахну меч, меня могут, кстати, неплохо так побить, но фельдшеров пофиксили. Это вначале они были жесткие, а сейчас они пофикшены, потому что ребята такие говорят: блин, Нейки, надо пофиксить фельдшеров. Ну, типа, я и без фикса их выносил, но, тем не менее, их все равно... Посмотрите. Классно смотрюсь, да? Неплохо смотрюсь. Блин, правда, с болотником вот этот двуручник, с фиолетовым болотником двуручник смотрится круто. Так, смотри, как он блокируется много. Симулятор, кстати, отклик работает медленнее, чем с телефона, и я немножко не успеваю. Обратите внимание, как он блочит. Он прям жестко блочит, мой противник. Не знаю, с какого раза мне попадется товарищ фельдшер, потому что ребята выпадают не каждый бой, они выпадают через какое-то время, но тем не менее. Вот. Кстати, глубину цвета запустили, я ее уже прошел. Если так подумать, в принципе, ты и потратишь все свои рубины, чтобы пройти эти марафоны. Сейчас вам даже покажу. Вот у нас есть судейский марафон. 2000 рубинов дается в конце, но чтобы играть в престижки, эти рубины ты, в принципе, и потратишь. Вот, еще спринт победителей, марафон победителей. Одно и то же? Два раза одно и то же. А, тут 30 боев. Прикольно, 30 боев, 100 боев. То есть, играя в дуэли, еще и карточки получаешь. Вау. Ну, классно. Окей, идем дальше. Возможно, фельдшер попадется, которого мы пройдем. И 30 наборов с тобой откроем. Это Михаил, это не фельдшер. Это фельдшер Михаил, ребята. Сейчас посмотрим, в чем Миха одет. Возможно, это фельдшер, а может и нет. Так, и что же, и кто же ты у нас? Ух ты, это Окада Файергарда Джет одновременно. Смотрите, какая. Шляпа, конечно, идеальная. Модно, стильно. Кстати, обратите внимание вот на вот этот флажок, вот этот. Он сам с собой, по-моему. А нет, он за что-то зацеплен все-таки, или нет? Нет, он просто в воздухе, он не зацеплен ни за что. Он просто в воздухе, это текстурка такая. Нифига себе, я думал, есть какое-то объяснение, почему он сам ни за что не зацеплен и вот так вот болтается. Серьезно? Вот этот флажок, он просто... А, нет, какая-то ленточка сдалека все-таки идет. Как у воздушного змея прям. Так, смотри, уже по 10 рейтинга. Мне бы, пожалуйста, фельдшера. Фельдшера мне, пожалуйста, можно? Так,
Ну, конечно, предложения вот эти, они замечательные. Все, что не делается, это все к предложениям вот этим. Хорошо. Я думаю, сейчас будет фельдшер, потому что, ну, пора бы. Да, это фельдшер-саботер. Периодически возрастает их сила. Раньше они были в моей силы, да, 288 тысяч была мощь. И, в принципе, их атаки тоже были сильнее, чем мои. Вот, и типа, смотри, я не успеваю. Сразу, я хотел размах сделать, но я не успеваю. Потому что это двуручный меч, ребята. Двуручный меч и эмулятор — это совершенно жесткая смесь. И там либо ты успел, либо не успел. Чаще всего не успел. Вот, кстати, перед нами Глефа валяется. Та самая новая. И сейчас, возможно, мы ее получим с вами. Так. Ага. А хотел металлку кинуть, а ее у меня нет. Вот оно что, понимаешь? Металлки нету. Здравствуй. Так, сразу набрасываем. Так, успел в блок войти, а здесь вышел. Хорошо. И на. И нет, это мне. Это мне, а это ему. Да, музыка, конечно, нормально жарит по ушам. Мне нравится. Вообще нравится переигрывать на локациях, в которых ты уже как бы был, в которых уже играл. Так, ну, посмотрю рекламу, там 5 еще дадут, как бы, и будет 300. Смотрите, у меня уже много знакомых повыбивали себе вот это новое оружие. И сейчас я... У меня будет 30 попыток. Ребята, говорят, вылетает примерно у кого-то с 40-й попытки, у кого-то с 1-й. Но как минимум одна вылетает примерно с 20. Ну, ориентировочно. Потому что многие уже не один раз достали. Пройдемся по пакам. Этот пак мне не заходит. Здесь кроме Глефа ничего не нужно мне абсолютно. Пройдемся по уникальному. Уникальный камуфляж — самый бесполезный, на мой взгляд, пак. Он здесь не нужен. И финансирование — это то, что, скорее всего, самое привлекательное. Здесь есть жетоны, рубины и Глеф. Все остальное как бы тоже не нужно. Окей, мы открываем с вами 30 попыток. Держите за меня кулачки. Безумно надеюсь, что выпадет прямо сейчас с первого пака. Поехали! Ое, друзья, мне выпадает лунное лезвие, новый предмет, 240 устойчивости, да, это уникальная глефа моя, получается, у меня было 317 попытки, да, получается, выпало, вот так, ребята, вот так получается, друзья, однако, ну, это было неплохо, я думаю, не стоит открывать дальше, но я сам пооткрываю, не знаю, что повыпадает, самое интересное, что это выпало, и оно теперь мое. Это приятно. Так, ну она где-то очень далеко. Я смотрю, она очень далеко. Блин, сейчас бы такой фильтр, который вот хоп и надел мне ее. Умелый боец. Так, ну поехали. Ох, как там все красиво-то, а? Слушай, подожди, пока не красиво. Ох, там на мину встал, да я? Так, нифига, я получаю там, слушай. Ух, жесть, как подтянул. Так, тихо здесь, товарищ.
Успокаивайтесь, пожалуйста, сэр. Отлично. Слушай, ну она смотрится круто. Мне нравится. И она годная. По-любому. Так, ответный удар. Давайте хрупкий череп. Там повышенный урон в голову будет. Так, изумрудный. Что он там делает, я не знаю. А, у него реген, да? Окей. Ну, мы сейчас что-то придумаем с его регеном, я думаю. Так. Ух, блин, пролетел. Потише здесь. Но чуть-чуть не успел. Хотя, в принципе, было нормально. Так, смотри. Здравствуй, отлично. У него, кстати, красивые зеленые когти. Мне очень нравятся. Они прям классные. Так, вот этот парень, по-моему, жесткий. Да, у него отравление. Тут надо аккуратно, одиночными как-то наносить желательно. Окей. Ух, есть. Да ладно. Так. Хорошо. Так. Да ладно тебе. Вот сейчас плохо было. Сейчас бы отхил. Я бы очень хотел сейчас отхил. У меня со здоровьем все плохо. Мне бы какое-то лечение бы. Так, ой-ой-ой. Ладно, давайте не вая. Ох, мне бы сейчас лечение, ребят. Так, окей. Так, тут бомбы, да? Тихо. Взрывы, 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 отойди. Тихо, хорош, достал. Так, под ним. Под ним возникало. Так, отлично. Так, блин, очень сильно с ХП проблема. Очень сильная с ХП проблема. Так. Мне бы донора или что-нибудь такое. Ох, сейчас кровотечение друг другу дарить, по-моему, да? Но я должен успеть. Так. Хорошо. Здравствуй. Ну, это нормально было. Так, сейчас бы мне, пожалуйста, что-то из отхила. Там арбитресса совсем недалеко. Отлично, донор пойдет. За успешный удар. Главное сейчас нанести этот успешный удар. Так, что ты там делаешь, а? Хорошо. Очень плохо, но... Но неплохо, ладно. Так, окей. А, слушай, прям нормально получилось. И по таймингу вроде как он не успел ничего особого. Классно было. Так, все, сейчас перед арбитрессой что-то еще случится, но... Аметистовый. Так, Сайми, чувак жесткий. С ним тоже надо очень на аккуратности работать. Он контратакует вообще по-страшному. Так. О! Да ладно! Офигеть! Попал именно по носу прям, а? Слушай, ну это было прям неприятно. Это прям вообще было неприятно. Я просто не успел. Увернуться не получилось просто. Так, ладно, хорошо. Может, не надо было разворотом начинать раунд? Я не знаю, надо было, наверное... Ладно, бывает. Бывает. С нестандартным оружием вышел и плюс без сета. Без, ну, я имею в виду без способностей. Давайте еще раз. Так. Сейчас будем стараться экономить. Экономия вряд ли получится хорошая, но мы попробуем. Ох, хорош. Так. Блин, попробуем сейчас пограмотнее чуть отыграть. Хотя, мне кажется, та попытка прям грамотная была, грамотная. Но по конусу все равно я получил, по своему...
по конусообразному носу, наверное, так правильно, да? Окей, обсидиан. Так. Темнота, хелицеры. Плохо, плохо все это. Так. Ох, еще и зажглись. Так, ну я там кританул. Ох, не достал. Так. Плохо. Открылся тут. Тихо, тихо, тихо здесь. Отлично. Видели когда-то такое? Увидели. Запуталось у него хелицера в камне. Неплохо было. Ну, нет, не хелицера, это катара. Обычная катара. Здравствуй. Так, зажглась, да? Да, зажглась. Там крит был. Ух ты, успел как, а? Как успел красиво меня прервать, парень-то? Не достал? Ай-яй-яй, больно. Блин, подкатился. Зачем подкатывался? Вопрос. Так, ну смотри, пока идем. Пока идем. Еще один донор. Я не знаю, наверное, вроде суммируется. Сейчас мои атаки должны вообще нормально отхил делать, да? Сейчас мы это проверим. Да, смотри, двойной донор, он работает, это хорошо. Двойной донор, это классно. Так. Да ладно. Здравствуй. Так, ну все, что надонорил себе, все и потерял, да? Обратно. Так, давай, аметистовый вершитель. Так, это он меня слил тогда, да? Со своей металлочкой замечательной. Так, ну больше мы на нее не купимся, братишка. Хорошо. Ох! Купились. Все-таки купились. Прям в воздухе под этого меня подпоймал. Так, ну смотри, осталось чуть-чуть. А, цикл защиты. Цикл защиты — это хорошо. Сейчас перки выпадают классные. Вот с этим парнем будет, конечно, немножко потяжелее. Тут отхил у него вообще какой-то неимоверный порой. И не понимаешь, что делать с ним. Так, окей. Ух, вот это прям в череп. Давай еще одно. Нет, не получилось. Так. Хорошо. Ну, неплохо, неплохо. И давай в череп. Крит зашел прям. Отлично. Крит зажегся, крит зашел куда надо. Так, ну, в первой попытке, конечно, да. Чуть-чуть не реализовалось. Но это ничего страшного. Так, вот здесь опасно сейчас будет. На вот этих вот полях это неприятно. Главное, чтобы не подо мной это поле было. Так, отлично. И еще одна. Ух ты! Что-то я ее не заметил сейчас. Так, подходи ко мне. Так, опять подо мной, да ё-моё. Да почему? Да почему подо мной это возникает? Подожди. Но это я не знаю, как объяснить. Просто не знаю, как объяснить. Это уже что-то с чем-то. И ты знаешь, самое смешное, что опять на шестом. Ну как же с вами-то воевать, парни? Ну что же такие жесткие? Ну как же ж так? Ну я так просто отыгрывал, как животное, как бог. Ладно, давай еще. Какая-то фигня, если честно. Какая-то фигня. Мне не нравится такое, вот когда такое происходит. Вот этот самый опасный чел был. Вот такая связка перков была хорошая, и такой опасный чел там попался, блин. Вот я почти прошел, понимаешь? И вот из этих минных полей, вот не туда чуть-чуть наступил, и все. Все, как говорится, весь торт нарушен, весь торт поломан. Это даже не торт уже, это все, это...
Ладно. Главное, чтобы не вылетела игра. Давай с цикла защиты начнем. Так. Вот этот парень. Вот он опасный. Он мне настолько не нужен, я вам скажу, ребят. Вот с ним надо вообще очень аккуратно. И красная у меня. Так, тут опасно. Просто неверное движение, и меня нет, ребят. Вот так это называется. Неверное движение. Ну, минные поля. Лучше бы они вот прямо сейчас были где-нибудь, но не под конец. Как я не люблю минные поля под конец. Зачем они нужны, просто не понимаю. Так, адепт. И сразу сметалки, я тебя понял. И сразу сметалки пошел. Так. Отлично. Так, ты там зажигаешь свою? А, не зажигает он ничего пока. Вот сейчас зажгет. Так, и в меня понеслось. Ух, ну там цикл сработал, хорош. А здесь не сработал цикл. Здесь я сработал. Цикл защиты вытащил сейчас каточку на самом-то деле. Блин, ребята жесткие, ребята жесткие. Ребята жестят. Так, берсерк. Ну, в целом, да. В целом, да, берсерк это поможет. Поможет определенно. Изумрудный. Вот этот парень со своими прыжками, конечно, самый опаснейший здесь, я считаю. Но мин, чел с минными полями еще хуже. Так, на секунду. Он вообще... О, мужчина, до свидания. Сегодня определенно ваш... Ваш теневой день. Так, можно мне, пожалуйста, сейчас того с минными полями? Быстрее бы его... О, нет, вот этот вот... Вот этот вот опасный чел. Да не все опасные по-своему. Ух ты! А мы с него сразу выбили катары. Ой, как замечательно. Ой, как это прекрасно, ребята, я вам скажу. Это прям хорошо. Где он? Здравствуй. Отлично. Слушай, ну Глефа, конечно, рубит нормально. Она красивая, мне нравится. Футуристичная такая, классная. Так, ответный удар. Цикл защиты, конечно. Два цикла защиты, это круто. Опять, смотри, опять предпоследним будет тот чувак. Так, цикл. Цикл сработал. Опять предпоследний тот чел с минным полем. Да ё-моё. Опять он. Вот будет смешно, если опять я 6 раундов пройду всего лишь. Так. Так, а тут еще урон возвращается. Зырь. Хорош. Вот сейчас будет опасно. Но у меня есть два цикла защиты, которые вытащат. Два раза 6-й раунд. Ну это так иронично, так интересно. Янтарный вершитель. Вот он. Самый, блин, мне не нравящийся чел. Мне бы до арбитрессы дойти как-нибудь. Ой, как хорошо. Вот это плохо. Два цикла снес мне. Смотри, сейчас 6-й раунд будет. Сейчас 6 раундов я только пройду. Так, окей. Так, нет, смотри, до арбитресса доскачем. Но было опасно. Он кусаригамой мне два цикла снес просто без проблем. Хорошо. Тройной цикл, это круто. Протокол номер 5. Анализ. Нарушители саботировали работу судей. Проникли в Нексус. Нексус встревожен. Ложь абсолютно. Уровень угрозы красный. Решение Верховной Арбитресса покарает нарушителей. Ложь непрестанна. Да-да-да. Все мы это помним. Так, вот сейчас опасно. Опасно, потому что ложь непрестанна. Ложь очень непристойна, я бы даже сказал. А куда это ты разогналась, моя хорошая? Что тут у тебя там за атаки начались внезапные? На! Ногой она мне там хотела засандалить. Я не понимаю, почему меня два раза хватило на 6 раундов только. Но минные поля меня прям, я не знаю, зажали. Я что-то как-то не сориентировался, что-то как-то меня прям вообще там раскатали. Бывает, такое случается. Так, ну хорошо. Давайте теперь глянем, что вообще мы имеем. Мы уже получили, кстати, мы можем открыть бустер-пак, насколько я понимаю. Какой-то из крутых, да, вот этот уникальный премиум.
Давайте попробуем. Что он там нам подскажет, что даст. Ну, какую-то из экипировок, наверное, сейчас подкинет нам. Так, черные драконы. Комендант. И что-то из сета. А, это так просто по фану, да? Красочку нам дал. Так, ну смотри, я что-то выбил. Какую-то штуку я выбил. Сколько-то там марафона я, да, прошел, судя по всему, судейского. 798 очков. Ух ты, ну прикольно, давай заберем. И что мы имеем с этих очков? Укус стрекозы. Серповидный визор. Ну, прикольно. Типа, попыточку вот еще отдали. Даже две попытки можно еще на престиже сделать, да? Прикольно. А здесь еще по заданию. Тоже выполнено, отлично. Тоже выполнено. Ну, с учетом заданий и вот таких вот открываний, в принципе, можно пройти. Ну что, ребят, вот, пожалуйста, Глефа у меня, все отлично, все классно. Можно, конечно, купить было Глефу по донату, она бы стала, ну вы сами понимаете, да? Просто так ее дали, просто так, скажем так, за паки. Но если ты бы хотел ее прям взять-взять, чтобы она у тебя была самая сильная, то будь добр, пожалуйста, отложи денежку на это, вот. Тогда она у тебя будет вот такой силы. Ну, у меня будет такой, если я задонатю. Вот, но... Я получил ее просто для коллекции. Играть с ней шикарно, я считаю, в ивентах, например. Вот, и думаю, на этом достаточно, как бы мне. Вот, все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, смотрите другие проекты на канале. Пока-пока.